Время 7 вечера, 10 минут 8. Хочу сейчас поужинать. На ужин у меня вот сколько у меня тут, 5 или 6, я не знаю, ядер грецких орехов. Вот. Один киви почистила. И вот такая вот кашка молочная, рисовая с абрикосами. Хочу сейчас попробовать. Вот. И пойду бегать на улице. Ну, не бегать, ходить. Гуляю. У нас на наших улицах пробки. Ну, все возвращаются домой. Ветер сильный, но теплый, несмотря на то, что 9 вечера. Все горит огнями. Я пошла гулять дальше. Сейчас расскажу, что у меня на обед. Смотрите, разогреваю себе вермишель. Ну, это знаете, какая вермишель? Во-первых, я ее варила в свой день рождения, когда детей встречала на завтрак. Вот. Ну, естественно, наготовила много. У меня там осталась тогда и гречка, и вот вермишеля много осталось. И я заморозила опять в свои вот эти вот, вот эти контейнеры, да. Убрала. Слушайте, так, вот сейчас разогреваю. Но я добавила чуть-чуть топленого маслица, чуть-чуть водички. Вот. И распарила. Такое ощущение, что как будто я вообще ее только сварила. Аромат такой исходит. А вообще вот это самая белорусская вермишель. Сейчас я посмотрю, она у меня осталась. Да, вот эта вот белорусская вермишель, она очень хорошая, вы знаете. Она вот не разваливается, она классная-классная. Еще вчера я себе рыбку запекала, семгу. У меня вот половиночка осталась, я сейчас даже больше. Я сейчас разогрела ее в духовке, тоже буду кушать с вермишелькой. А еще моя любимая капуста квашеная и немного... Ну, парочка вот этих вот соленых огурцов. Ну, они маленькие, корнишоны. Вот у меня вот такой будет классный обед. Так. Вот, смотрите. Вот такая рыбка тепленькая. Вермишелька уже разогрелась. Можно отключить. Ну, вот. Такой вот у меня обед. Мне приятного аппетита. И всем, кто за столом, тоже приятного аппетита. Ну, тут такое дело, так много стаканов, много тарелок, вилок. У нас был торт. Мои архаровцы принесли торт поздравить с 8 марта. Смотрите, цветочки. Приятно, конечно, такое внимание, очень приятно. Вот. Да, после урока мы с ними отзанимались и... Вот, попили чаю, поели торт. Было весело. Спасибо, приятно. Я собираюсь сейчас на переделку маникюра. Нет, у меня, в принципе, с маникюром все абсолютно нормально. Нигде ничего не поломалось, нигде ничего не откололось. Но знаете, какое дело? Вот бывает так, да? Ты заходишь в магазин, видишь какую-то вещь, тебе вот прям очень хочется ее взять. Ну, очень хочется. Ты ее покупаешь. Но она у тебя висит в шкафу, ты ее не носишь. Вот такое бывает. Я когда была последний раз на маникюре, но мне вот очень уж нравится этот цвет. Ну, нереально нравится, он очень красивый. Но, знаете, бывает так вот, не срослось. Вот ты как-то не сроднилась с этим цветом. Я уже позвонила своей девочке, сказала, что-то я вот, что-то как-то вот я вот неделю проходила, даже, наверное, больше, да. Больше недели. И я понимаю, что ну, не могу никак. Вот так смотрю, мне очень нравится. Но вы знаете, ни с одеждой моей, ни с моей бижутерией это вообще никак не роднится. Мне кажется, даже с кожей. Вот сейчас в кадр, в камере, мне это нравится. Вот я когда смотрю вот так, мне это не нравится. Такое тоже бывает. Вообще, это со мной на самом деле впервые, чтобы я, например, вот так из-за цвета шла и переделывала маникюр. Но я побежала. Где-то там увидимся. Я вообще не знаю, я с вами здоровалась в этом влоге или не здоровалась. Если вдруг не поздоровалась, то всем привет, всем всего хорошего, отличного настроения. Добро пожаловать в новый влог. Я вам, как всегда, очень рада. А вдруг это у меня конец влога? Ну, это будет прикольно. Иду. Не холодно, даже такая приятная погода. Легкий ветерок, легкий. Свежесть есть, но моросит. Но приятно. Такое... Ощущение чистого воздуха, зонированного. Очень приятно. Пока я делала маникюр, деревню Гадюкина смыло. Дорожки мокрые. Ладно. Ну, вот это то, что я люблю.
Это то, что Майю укротила. Как классно. Мне прям хорошо. Прям мое родное. Привычное. В прошлом ролике я собиралась произвести обзор вот этого подарка на 8 марта от детей. Но так получилось, что он туда не попал, поэтому мы включаем его сюда. Значит так, у меня здесь два скраба. Я уже приобретала такие скрабы, я тоже с вами делилась. Мне они очень понравились, работают просто замечательно. Вот эти, это от Farmstay. Они просто реально классные, вот просто классный. Кожа такая, я не до скрипа начищена бывает с ними. Очень мне они понравились. Я прям рада, что она мне их взяла. На самом деле у меня есть скрабы. Я когда последний раз была вот в этом магазине Aisel, я не стала брать эти скрабы. Почему? Потому что дома были, был дома скраб, и поэтому я уже прошла мимо. Но я очень рада. Это у нас такой шампунь Probiotics. Ну, Perfect Volume, это, наверное, придаст объем, судя по всему. Вот я его с собой возьму как раз в дорогу. Прям самое оно. Эти пробнички тоже, вот эти вот возьму, скрабы тоже с собой в дорогу. Вот. И там как раз попробую. Посмотрим. Потом, если понравится, можно полноразмерник взять. Дальше. Дальше здесь идет вот такая вот ночная маска. Sleeping Mask. Это вот. Такая вот. Ну, дочь похвалила. Она говорит, тебе понравится. Посмотришь. Ну, попробую. Тоже возьму с собой, там буду тестировать. Всегда вне дома приятно что-то такое новое тестировать. Так, дальше. Дальше здесь у нас идет вот такой скраб для тела. Это уже хорошо, у меня скраб закончился, кофе. Вот. Аромат, я даже его в машине попробовала, аромат. Ой, туда крышечка провалилась. Аромат очень. Сейчас не хочу просто руки пачкать, не хочу доставать. Но, конечно... Да, приятно-приятно пахнет, очень приятно. Люблю я все эти бьюти-штучки, нереально. А еще вот такие вот жидкие патчи. Вот одни жидкие патчи я покупала, я пока ими пользуюсь. Ну-ка, мы посмотрим. Интенсивное увлажнение. Ух ты, какая прям... Какой флакончик, видите? С дозатором. Ну, тоже такая гелевая текстура. Ну, это сразу под глаза. И, скорее всего, просто, может быть, вот так пальчиком надо будет разнести, и все. Будем пробовать, будем испытывать с вами интересное для кожи вокруг глаз. Вот. Ой, спасибо, ой, приятно. Это я пока не буду использовать. Ну, это я с собой брать не собираюсь, а вот это вот я возьму с собой. Вот это в дорогу. Ну, очень-очень приятно, дети, спасибо большое. И еще как раз в бьюти-тему, что хочу сказать. Вот здесь у меня закончился этот крем, вот, от Эвелайн. Это питательный крем против морщин. Японская сакура, да, по-моему, или что это? Цветок сакуры, да. Японский лифтинг, что-то такое, я уже забыла, как это все дело тут называется. Ну, не суть. Очень хороший, и возможно, что даже буду повторять. Мне очень понравился. А вот эти патчи, я вам показывала, домашний косметолог, они, в принципе, хорошие. Но дело в том, что, вы понимаете, вот на такую маску, вот смотрите, вот видите, вот, точнее, на такую упаковку, здесь идет вот такая вот маленькая маска в сложенном виде. Я не знаю смысл какой делать такую огромную пачку, когда там продукта как такового и не было. То есть я не могу похвастаться тем, что эти патчи были напитаны раствором, напитаны вот этим средством. Абсолютно нет. Абсолютно нет. На коже они тоже быстро подсохли. Ну, как-то эффект обычный, самый обычный, какой бывает от патчей. Ну, я еще раз говорю, я не понимаю. Вот, ну, возьмите, ну, сделайте вот такую вот пачечку маленькую, небольшую, и пусть там будет продукта много, а здесь продукта совершенно, можно сказать, не было. Вот, это я повторять не буду, это уж точно, точно повторять не буду, вот. А что касается вот этого спонжика, смотрите, я пробовала им лицо мыть, ну, вот этим вот гелем, мне понравилось.
им пользоваться как чистящее средство, мне понравилось. Но вот чтобы смыть маску с лица, он совершенно не подходит. Он очень неудобен, потому что вот эти вот ворсинки, они вот эти силиконовые, они скользят по маске и ее фактически не смывают. Для этого все-таки нужен спонжик обязательно, такой конжаковый. Вот. А еще мне Светик написала, она говорит, что она использует вот этот спонжик для мытья кисточек. Но она моет кисточки об этот спонжик. Ну да. Я просто его сушу, я с утра сегодня пользовалась. Кстати, это тоже закончилось. До свидания. Ну, крем хороший, конечно. Вот. А еще же хотела сказать про вот эти вот жидкие патчи тоже от Эвелайн, да. Я тогда в ролике показывала, как наносила, но, по-моему, не поделилась отзывом. Увлажняет, увлажнение чувствуется. Вот коробочка осталась мне как напоминание, чтобы я обязательно вам рассказала про них. Ну, все. Этот пункт тоже выполнен. Вот. Я себе вот так вот откладываю какие-то вот моменты, про которые я должна, ну, осветить, рассказать. Вот. Научилась. Чтобы потом не забывать, не пропускать это. Так, идем дальше. Вот так вот я в шкафу накапливаю себе одежду здесь. После стирки сюда приношу в шкаф. Вот в свой этот складываю. Потом, знаете, настраиваю себя на глажку. Вот я в прямом смысле слова настраиваю. Меня сейчас что мотивирует гладить? Это только одно. Это то, что мне нужно будет подготовить вещи на завтра в дорогу. А среди тех, которые нужно погладить, есть то, что хотелось бы одеть. И вот сейчас я буду эту кучу вот отглаживать. Ну, возможно, что-то просто сложу. Сейчас посмотрю, в каком оно все состоянии вообще у меня. Да, однако, я долго себя настраивала, видите? Ну, вот не было мотивации, теперь она у меня есть, видите? Так, это куртка. Мотивация нужна. В любом деле вообще мотивация нужна. Ну вот, будем гладить. У меня как раз время есть еще до работы. У меня еще часа два, наверное, полтора. Ну, где-то 1:45, вот так вот. 1:40 есть, так что я поглажу. В прошлом влоге я интересовалась, как мне отщипывать вот эту вот макушку. Спасибо большое, отозвались, дали совет. Сказали, что вот всю вот эту вот макушку нужно отщипнуть. Но даже мне в комментариях Света Мещерякова тоже писала. Говорит, мне тоже интересно, я никогда не отщипывала у Розы макушку. Как это делается? Вот, Света, мне сказали, что нужно отщипывать вот так. Но я, откровенно говоря, руками прям боюсь это делать. Я сейчас ножницами вот эту вот макушку просто срежу вот так. Может быть, это неправильно, товарищи, но я руками не хотела. Ну вот. Ой, вы знаете, я вместо 3 листиков вообще 4 срезала. Но я думаю, что это будет не страшно. Он, по крайней мере, отцвел. А здесь еще смотрите, что видите, вот это не похоже на новые листики, наверное, скорее. Это мог бы быть бутон, но, возможно, первый взял всю силу на себя, скорее всего, вот этот, который был первый, и этот уже не стал развиваться, да? Я, наверное, правильно мыслю? Возможно. Теперь еще нужна ваша помощь. Вот здесь нет цветов. Смотрите, да? Мне отщипывать или ждать, когда будут цветы? Скажите, пожалуйста, с этим разобрались. Теперь у меня вот эти вот две веточки. А девчонки-то помогали мне посуду собирать? Вот, посуду. Собрали. Молодцы, хозяюшки. Я опять про цветы. Смотрите, мне же как в комментариях сейчас вопросы приходят и приходят. В связи с моим вопросом, который я задавала, люди тоже хотят знать, что нужно с этим делать. А мне еще одна подписчица написала. Она говорит, а я срезаю вообще около 10 сантиметров вот этой самой верхушки, а потом укореняю. По всей видимости, вот так сюда кустиком сажает. Я так поняла. Ну, я тоже, я, может быть, дождусь, вот что вы мне напишите, нужно ли ждать, когда он зацветет, или можно сразу отрезать. Если можно сразу отрезать, то я отрежу и тоже воткну, и пусть у меня будет такой хороший куст розы. Вот, на этот вопрос ответила. Сейчас брызгала цветочки свои, смотрите, у меня, вот это, кстати, не первый раз, когда декабрист вот так вот отсоединяется, видите, как будто вот просто вот веточка одна, она выходит. У меня вообще вот корни, смотрите, как. Видите, они уж как-то на поверхности. Надо мне присыпать их сверху землей или не надо, или оставить как есть? Вот, это первый вопрос. Второй вопрос. Я сейчас делаю это от балды. Я поняла, что так как этот у меня веточка такая отделилась, ну, думаю, почему бы мне ее вот не поставить стакан с водой? Может быть, я правильно думаю, да?
Если я правильно думаю, то хорошо. Вообще я занялась уборкой, потому что я закончила занятия на самом деле. Вот, и я хочу перед отъездом, завтра-то мне надо уезжать, и все-таки перед отъездом хочу поубирать как следует. Ну, не то чтобы как следует, у меня, в принципе, и чисто, потому что я вчера хорошую уборку произвела дома. Так что я сейчас так пройдусь, ну, пополам, туда-сюда. Вот, начну собирать вещи. Вот, и что еще? Я же еще до Глашки не добралась, потому что я не успела. Сразу нужно было приступать к работе. А работа у меня сегодня вообще была наивеселейшая. Очень веселая. Количество цветов увеличилось. Точнее, количество букетов увеличилось. Веселуха невозможно. Вот, да, все подняла, все освободила, пыль протерла. Я так попрошу, чтобы Жорж мне помог, потому что, Жорж, ну, у меня работа на самом деле есть еще всякая. Вот у меня простой, застой. Ну, сейчас я туда тоже доберусь, потому что у меня тут еще вот это... Девчонки мне, конечно, помогали и накрывать на стол, и это, и приносили, ну, посуду сама я была. Вы знаете, я сейчас третий раз буду все эти стаканы перемывать, эти тарелки из-под торта. Три раза мы садились за стол и отмечали 8 марта со мной. Вы знаете, я им все время вот запрещаю, да, приносить что-то. Я уже это в такой форме, что, ребят, ну, я буду возвращать. А без толку, они все равно приходят с цветами, с тортами. Ну вот что ты им скажешь, а? Они говорят, ну и что ж ты запрещаете? Мы все равно будем делать. В общем, что хочу сказать. Они, знаете как, вот эти вот полчаса от урока, ну, по случаю праздника, да, они... как бы выделяют на празднование с учителем. К одному пошли, посидели с ним вот так с тортиком, к другому пошли. Ну, если педагог, учительница, вот. Так что, ну, в смысле, я сказала, педагог, учительница. Ну, то есть, вот, женского пола, преподаватель. То они с удовольствием посидят. Полчаса урока сорвут. Потому что пока чай заваришь, пока на стол накроешь и пока поешь, пока уберешь, смешные такие, не могу. Но они это делают от души, конечно, да. Конечно, они это делают от души. Это не то, чтобы... Это на самом деле всегда приятно, но я, например, с ними ругаюсь по какому поводу. Я говорю, что вы понимаете, вот когда вы будете работать, если вы как-нибудь про нас вспомните, про своих педагогов, которые помогли вам встать на этот путь, то придете с тортиком, попьем чаю. Вот так. Но это не аргумент для них. Они все равно делают свое. Смешные? Дети хорошие, дети. Все дети хорошие. Ну что, дорогие мои, на этом заканчивается мой влог, который состоит из таких нарезок мгновений дня моего, который вы, кстати, прожили вместе со мной, за что вам огромное спасибо. А я хочу пожелать вам крепкого здоровья, всех благ, мир вашему дому, пусть все у вас будет хорошо, и пусть вообще у вас все будет, и ничего вам за это не будет. А с вами была я, ваша подружка из Баку, Ругия, и мой канал «Вот так и живем».